Вопросы назначения и выплаты пенсии сегодня были вновь в центре внимания. Грядущие изменения в пенсионном законодательстве обсуждали на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Жарких споров не было, собравшиеся отметили. Главная задача, которая ставится правительством страны – обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их индексации. Кроме того, новый закон вносит ряд поправок в действующее законодательство. Они коснутся вопросов демографии, здравоохранения и других, влияющих на уровень активного и комфортного долголетия. Уже со следующего года пенсия будет увеличиваться примерно на 1000 в год. Если законопроект не будет принят, говорят специалисты, это отразится на экономике. Очевидно, что работающие пенсионеры и люди предпенсионного возраста сегодня нужны любому региону. Снижается численность населения в трудоспособном возрасте. Уменьшается и численность занятых. Так вот, по итогам действующего прогноза, через 3 года у нас темпы исчерпания трудовых ресурсов превысят темпы занятого населения. И у нас будет не хватать порядка 7,9 тысяч человек для решение проблем дальнейшего республиканского развития. Участники трехсторонней комиссии, а это представители профсоюзов, работодателей и правительства республики, в целом поддержали проведение реформы. И по итогам заседания решили оформить свои предложения по пенсионной реформе и направить их в федеральный центр.